толпе шагай по проспекту Мира. Девочка из первого подъезда Ира со второго этажа седьмой квартиры плавится на солнце из цветного сыра. Девочка несет в пакете булку хлеба, глядя в разлинованные щеки небо, сочиняет на ходу припевы, а машины все несутся справа и налево. Им плевать на все ее стихи и прозу, им бы по домам и киснуть в разных позах. Девочка в тоске, ей так хотелось получать в подарок не шипы, а розы. Мама говорит, давай без сантиментов, папа вами год не платит алиментов. Жизнь ее как кадры киноленты, может кончиться все это горе хэппи-эндом. Пой же, пой на этом шоу. Мира, это ж не звезда из модной группы Ира. Ира выступала в Лондоне, Каире, тусовала с Агилерой, Лопес и Шакирой. Выдирая сна короткие моменты, раздает концерты за аплодисменты. Жизнь ее как кадры киноленты, может кончиться все это горе хэппи. Пой же, пой на этом шоу. Плохо. Адвокаты, повары и президенты, все же в одиночестве похожи. Чем-то может кончиться все это горе.